Это вообще, это просто имба. Сейчас... Так. Ну, короче, вы тоже там вдвоем замаунтитесь, так. Будем это, тотемами бегать. А чё, в одну нельзя кучу? В пятером? Можно в одну кучу, но надо, чтобы танк на зубы. А, и да, самое главное, я забыл сказать, то, что все агро, которое набираю я, передается танку, и я неуязвим. Меня не может ни одна, однако, достать. На счет 3 я слезаю, но тебе нужно кликнуть на меня до этого счета где-то приблизительно за полсекунды. Давай, 1, 2, 3. Почти. Рома, на тебе второго гнома нельзя на второе плечо, были по плечу горни. 1, 2, 3. Федя, на его башке ты на спектрале, и на вас сидит Люда. Сейчас я заскриню, погоди. Ну подожди, давай тотем полный сделаем. Так, пораньше надо. 1, 2, 3. О, господи. Есть! Вот отображается это или нет? Что? Я сейчас... Что? А я прожимаю триньку и верчусь как вар в этой... стойке, короче. У меня выглядит такая бешеная карусель, короче говоря. Не, у нас этого нет. Не, все цирки мира, конечно, отдыхают. Лошади и медведь на голове одного половина. Меня сейчас тошнит. Жесть. Да, ну ты слышишь, я боюсь. Потом можно смотреть со стороны еще раз. Вот это стопудово надо фрапсить, блин. Та-дам! Че, мы могли поделать, это прилетел. Бить. А гейзер! Гейзер, не могу же плохо. Да-да. Гном сильный. Люд, попробуй, блин, кануться и попробуй копию юзануть. Только подальше от мобов, а то я знаю, маговские копии они такие. А, нет, нет, просто. Копии обычные, не прикольные. О, все в инвизе, отлично. Давай, Люда, вперед! Мы скипнем этот трэш. Не, не заканчивается. 5, 4, 3. Блинканись сейчас. О, есть, отлично. Хотим там хроники подождать, короче, 3 секунды, 3 минуты. Дальше вниз. Им загрит. Это лоу вообще. Зломанский медведь в стелсе у меня. Он крадется. Он становится бога-юзером, да. Лоу. Кстати, тут можно маунтиться вот на этом песочке, между прочим. Так, окей, жму. Я здесь могу маунтиться, так что можно будет обратно залезть. Так, ну чё, погнали. Сейчас главное, чтобы те паки не садились. Интересно, если бы мы были одной кучей, он бы закрабил тебя или нет? Так,
На счет три. Раз, два, три. Во. Ну, с первого раза. Цари. Скилл. Ну все, тела не пускай бьет. Ну и высот. А я буду это говно кайтить. Все вроде. Ну, так, да, это мне достанет. Да, короче, просто. Лол, я огромный, а вы у меня на голове такие маленькие-маленькие. На пустое место, короче, в аквариуме. Все, я таргет на это взял. Да ну, блин, мы без бафа не дамажим. Вот я не знаю, на нас как бы его нет, и, соответственно, у нас ДПС там 9000 как стандартный. Дамажит только тилами. Так что это на самом деле не прикольно. Ну ладно, последним это, конечно, не особо. Ну сейчас Тиландия добьет. Что там осталось теперь там? Такой медведь. Огромный. Главное, чтобы он выжил. Блин, два ляма. Уплыл. Не, куда он уплыл-то? Все, мы прошли, лол. Нормально. То есть его можно еще не убивать, что ли? Он сам сваливает.